Добро пожаловать на канал Hardrasset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 4. И сейчас я покажу вам, как поменять обои на данном устройстве. Итак, для этого мы зажимаем палец на пустом месте экрана. Далее выбираем здесь в левом нижнем углу обои и стиль. После чего мы можем либо войти в мои обои, выбрать из того, что здесь имеется, посмотреть в загруженных. Но если вы не загружали, то ничего не будет. Можем из галереи что-то выбрать, но в галерее у нас тоже особо ничего нет. Также можем открыть сервисы обоев для экрана блокировки. Можем, например, выбрать динамический экран блокировки, нажать «Применить», выбрать какую-то категорию или несколько категорий, например, я не знаю, там пейзажи, загружаем, может быть, искусство, например. Вот. Пока загружаются, то есть при каждом включении экрана вы будете видеть, как у вас меняются обои. Вот. И мы можем выбрать до 5 категорий. Также изображения могут загружаться каждые 2 недели, могут через Wi-Fi, а могут также через мобильную сеть. Вот. И теперь мы можем, например, посмотреть, как это работает. Вот. При каждом включении экрана у нас меняются обои. Ну и, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.